Вопрос, какие в Владимире дороги частично снят? Активист ОНФ с июля по декабрь прошлого года инспектировали инфраструктуру возле школ и больниц в 120 городах страны. Фронтовики проехали 65 тысяч километров и теперь опубликовали рейтинг качества. В аутсайдерах исследования Петропавловск-Камчатский, а в лидерах Тюмень, где дороги признаны лучшими. Дорожное покрытие областного центра на 71-м месте, а вот Муром обскакал даже Москву и Санкт-Петербург. Он оказался на 17-й строчке рейтинга. Под инспекторскую оценку попали 5 дорог города на Оке, которые последний раз отремонтировали в 2013 году. Проверка выявила ряд нарушений, но незначительных. На улице Советской обнаружили необработанные трещины, а на улице Артема разрушенные покрытия люка. У школы номер 16 по улице Льва Толстого знаки выполнены не на желтом фоне. Разметка на пешеходном переходе стерлась и отсутствует направляющее ограждение.